4 по 10 сентября в столице Болгарии Софии проходило первенство Европы по боксу. О Томской области на соревнованиях выступали сразу два спортсмена и оба вернулись домой с медалями. Илья Богатырев с золотом, Салтанат Меденова с бронзой. Вместе с боксерами на первенстве побывали тренер Сергей Зинцов и директор Центра олимпийской подготовки по боксу Алексей Тищенко. Салтанат выступала в весе до 81 килограмма. В четвертьфинале она одолела спортсменку из Польши со счетом 5-0. Но в полуфинале в упорной борьбе уступила всего 2 очка британке Эмили Аскет, которая в итоге стала чемпионкой. Первый раунд все судьи практически отдали Салтанат. Третий раунд все судьи отдали англичанке. А вот второй раунд со счетом 3-2 отдали не в нашу сторону. Если вот один судья хотя бы отдал нам, то есть победа была бы у нее. Это очень хороший опыт. Попасть в призы – это тоже достойно. Уверен, что не опустит руки, а будет дальше тренироваться и еще свои победы возьмет. В 2017 году я была второй на Европе по девушкам. Я не знаю, хотелось бы, всегда обидно, наверное, что могла бы лучше, наверное, боксировать все-таки за выход в полуфинал. Хотелось бы, конечно, первого места, поэтому немножко расстроилась. Илья, так же, как и Салтанат, выступал в весе до 81 килограмма. По ходу турнира ему удалось выиграть все 3 боя. В полуфинальном поединке точным ударом он поразил соперника из Азербайджана в первом же раунде. В финале Илья Богатырев должен был встретиться с боксером из Грузии, но из-за травмы тот не вышел на ринг. В итоге золото первенства Европы досталось омскому спортсмену. Европа – это всегда мотивация такая – победить, выиграть. Хотелось принести как можно больше золотых медалей в нашу сборную. Но строилось, конечно, только на победу, только золото и все. Потому что первое место – это мастер спорта международного класса. Я только это хотел. Сразу 2 награды на первенстве Европы – большой успех для омской школы бокса. Это отметил глава регионального Минспорта Дмитрий Крикорьянц на встрече с триумфаторами соревнований. Вместе со спортсменами и их тренерами обсудили участие омичей в будущих, уже взрослых соревнованиях. Сегодняшняя встреча была очень интересной, эмоциональной и, я думаю, полезной, потому что решился один из вопросов, по крайней мере, по участию Салтанат, вот этот пробел соревновательный, который в сборной оказался, мы будем на местном уровне решать. В этом и заключается наша работа, для того, чтобы помогать создавать условия талантливым спортсменам, талантливым тренерам, для того, чтобы иметь результат уровня европейского, мирового. Поэтому я считаю, что сегодня такой хороший был диалог, который позволит нам продолжать наращивание результатов в боксе, в олимпийском виде, в котором, я считаю, что у омских спортсменов есть действительно хорошая перспектива. Министр спорта поздравил спортсменов и их тренеров с победами, вручил им благодарственные письма и подарки и пожелал удачи и новых побед.